Всех приветствую. Сегодня у нас ужин. Такой вот, как говорится, скромный, да, простой, доступный каждому, да. Гречка. Ах, аж горячая до сих пор. Думал, уже немного остыла. Вот. Масло добавил сюда. Также у нас килька в томате. Вот такая килька в томате. Вот так вот мы сделаем. Правда, надо было трохи не так это делать. Но уже, как говорится, что имеем, то имеем, да? Надо было это все ложкой. Но приятного аппетита. Хлебушек. Мы без хлеба голодные. Сегодня очень насыщенный день. Был, да. Домой попал я. Не так быстро, как хотелось. Вот. Не так быстро, как хотелось. Почему? Короче, было сегодня в тренажерном зале. Там был этот стол для борьбы. В общем, его расшатали. Четыре ножки. Они вот так закручиваются, резьба. А рукой закручивается ножка. Она толстая для борьбы на стола. В общем, расшатали, что стол так ходит. Тренер каже: Дима, типа, надо закрутить ножку, чтоб не шаталась. Начал я ее закручивать. А рядом же пацаны стоят там. Ждут меня, что я закручу. Ну, как... С одной стороны, один закручиваю, с другой стороны я. Коли я закручиваю, такий звук, як будто сорвав різьбу. Ёлки. Начинаю закручивать, вона прикручується. Сорвав трохи різьбу. На ножки. Каже, оце, блін, попросив. Каже, ти, що в зал годами не ходить, каже, зато ножки з різьбами зриває. Цей. Это так. Кстати, очень вкусно. Вот это килька в томате именно з гречкой. Обалденно. После этого я говорится по дороге перечепився еще через пару, да, через пару знакомых, включая соседа по подъезду. В общем, и всем же интересно, где это Дима пропадает. Дима тут под носом живе, и никто его не бачит. В общем, я думаю, вы поняли, да, чего? Ребята, попробуйте гречку с килька в томате, кто не пробовал. Пишите, скажем, какие бы хотели, чтобы съел, что я приготовить, как говорится, идеи свои. Вот, кто хочет поддержать канал и может, ссылка
на донат под видео в описании. Можете в любой валюте, откуда бы вы ни были, с какой бы вы страны ни были. Всем благодарны за поддержку, позитива. Ну и хорошего же вечера. Увидимся.